Каскадеров лезливость покручил на помир, но сверху камни сорвались и уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под Гюльханую, и власть народную спасли, но их осталось трое. Каскадеры шли в песках, плелись едва и два, один ловушку прозевал, и их осталось два. Из кишлака, услышав крик, решили поглядим, но там был снайпер, штурмовик, и их уже один. Один вернулся ему молиться бы судьбе, но стал не нужен никому, и главное — себе. За рюмкой коротают дни, он сжег себя дотла, и снова встретились они такие, вот дела.